Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Омбра на 108 единиц. Омбра — это профессиональный инструмент с хорошими отзывами покупателей, которые уже его покупали и используют в работе. Изготавливается инструмент на острове Тайвань. Поставляется вот такой вот яркой упаковке. Professional Tools указано, 108 единиц. В наборе указано, что идет 3 рабочих квадрата, но это не так. 3 щетки идут на 1/2 и 1/4. 3 восьмых, там только переходник и головка 12-гранная на 14 мм. Я вам ее покажу дальше. И видите, здесь вот указан адрес фирмы-изготовителя на острове Тайвань. Омбра имеет пожизненную гарантию. В наборе есть такой гарантийный талон. Здесь указана общая информация по гарантии. Но если вы прочитаете гарантийный талон, то и будете выполнять все правила, которые здесь указаны, то данный инструмент и так вам прослужит всю жизнь. Даже без гарантии. Хотя пожизненная гарантия на набор распространяется. По комплектации. Чем набор на 108 единиц Омбра отличается от аналогичных наборов на 108 единиц? Здесь у нас есть переходник под квадрат 3 восьмых. Обычно он идет с Т-образным воротком. Вот, 3 восьмых на 1/2. Но здесь переходник идет отдельно с 1/2 на 3 восьмых. Идет. Но под квадрат 3,8 здесь только вот этот переходник в комплекте и головка 12-гранная на 14 мм. Вот. Так. По комплектации. В комплекте 2-3 щетки на 72 зуба. В Омбре набора идут с трещотками на 72 зуба. Они удобнее в тесном пространстве во время работы. Ну, конечно, на 24, если бы было, то она была бы намного живучее. Ну, по трещотке, беря в руки, она очень монолитная, без люфтов. Ну, то есть видно, что качественный инструмент. Надпись Омбра и номер согласно каталога. Весь инструмент в наборе пронумерован согласно каталога Омбра. Рукоятка у нас идет пластиковая полностью. Трещотка под квадрат 1,4. Также идет на 72 зуба. Имеет реверс, быстрый сброс. И рукоятка пластиковая. На 1/2 трещотки тоже имеется реверс. И имеется быстрый сброс головки. Вороток Т-образный. Вот. Также он служит удлинителем под квадрат, под длиной 250 мм под квадрат 1,2. Вот. На него одевается такой переходник и получаем Т-образный вороток. Также можно использовать с квадрата 3 восьмых на 1/2 как переходник. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Также имеет номер согласно каталога, надпись Омбра на инструменте. Два удлинителя под квадрат 1,4, 50 и 100 мм. Весь инструмент в наборе очень яркий, покрыт хромом, то есть все блестит. Так, удлинитель под квадрат 1,2, 125 мм. Отвертка, отверточная рукоятка. Она используется вот с таким вот переходником, если подбиты. Биты, здесь у нас торкс есть, есть шлицевые, крестовые, шестигранные. То есть, если в наборах Top Tool или Force в аналогичной комплектации идут биты уже прессованные в головку, здесь идет отдельно переходник и биты вот нужно вставлять будет. Выбираете нужную биту, вставляете. И подсоединяйте отверточную рукоятку. Здесь можно подсоединять трещотку. То есть будет вот такая реверсивная отвертка еще. Также можно использовать эту отверточную рукоятку с головками под квадрат 1,4. Уже выбираете нужную головку, подсоединяете. Рукоятка также имеет свой номер согласно каталога. И, кстати, она очень удобно лежит в руке.
В других наборах она квадратная, здесь она закругленная, очень удобная. Так, две головки свечные под квадрат 1,2, 16 мм и 21. Головку на 14 мм я уже упомянул в начале видео, она идет под квадрат 3,8. То есть с переходником. 14 мм 12-гранная. Два кардана 1,2, 1,4. Вот. Очень яркий инструмент. Кардан скреплен не штифтами, а такими металлическими вставками. То есть они не разборные. В наборе шестигранные головки. Здесь их 30 штук. Самая маленькая 4 мм, 6 граней. И самая большая 32 мм. Хотелось заметить, что головки очень увесистые. Вес головки на 32 мм составляет 220 грамм. Так, головки Torx есть в комплекте. Самая маленькая E4, внутренний Torx. И самая большая E24. Так, верхние крышки длинные головки. 13 штук их, 6 мм самый маленький размер и самая большая на 22 мм. Также переходник для работы с битами под квадрат 1,2. Биты под квадрат 1,2, внизу у нас Torx, шестигранные, шлицевые и крестовые. Также выбираете нужную биту, вставляете очень хорошие трещотки, кстати, очень мне нравятся они, без люфтов совершенно. Инструмент хорошо очень защелкивается в крышке, что исключает его выпадание во время закрывания набора. Так, по комплектации набора шестигранных ключей, там три штуки обычно ложат, здесь нет в данном наборе. В принципе, по комплектации все вам рассказал. Сейчас покажу кейс для хранения. Гарантийный талон. Кейс у нас пластиковый, коричневого цвета. Скреплен, он состоит из двух частей. Скреплен пластиковыми зависами. Запирание осуществляется на металлические замки. Вот сам набор. И вот такие вот металлические защелки. Здесь у нас омбра на кейсе. 108 единиц. Professional. То есть профессиональный инструмент. Пластик, он не мягкий, то есть не проваливается. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки, ставьте свои комментарии, если у кого такой набор есть и имеете опыт работы с ним. До свидания.